Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Киров стал первым в стране по прозрачности закупок. Город занял первую строчку в группе «Высокая прозрачность» национального рейтинга прозрачности закупок 2016 года. Участниками рейтинга стали более 400 уполномоченных органов и заказчиков, 83 субъекта федерации, 85 крупнейших муниципальных образований. Их распределили в зависимости от числа нарушений по закупочным документациям и процедурам, по числу обжалований и отклоненных заявок, по среднему числу участников торгов, экономии бюджета и по ряду других показателей. Программа «Экономика». В центре Кирова совершались незаконные операции с валютой. Физлицо проводило обмен иностранных денег на российские, сообщили в налоговой службе. Принято процессуальное решение о составлении протокола об административном правонарушении за нарушение валютного законодательства в нашей стране. Для граждан, должностных и юридических лиц предусмотрен штраф от 70 до 100% суммы незаконной сделки. За 9 месяцев этого года налоговые органы выявили более 150 таких нарушений. Возбуждено 152 административных дел. Нарушители заплатили 600 тысяч рублей. Экономика на 101 FM. Эффективность господдержки бизнеса проверят. Такое поручение дал в РИО губернатора. Власти хотят понять, сколько юридических или физических лиц получили льготные кредиты, каких показателей в результате добились, встал ли кто-то из них на ноги твердые, платит ли налоги, сколько кредитных средств прогорело. Анализироваться будут льготные кредиты, которые выдавал фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. В завершение валютах. Доллар сегодня 61 рубль 75 копеек, евро 64,48. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.